что Потап там собирается спрашивать нас со всех в нашу позицию, несмотря на наш ранг, возрастан. Потап, блядь, мы никто не боится, мы Серегу завязываем. Взрослый человек, иди себе, взрослый человек. Что с кого? Но если ты реально любишь свою страну и реально топишь за нее, бери автомат, иди воюй. Не в интернете кошмарь там людей. Реально можешь пойти воевать за свою страну, за свою землю. Потому что ты на ней родился и считаешь, что она теперь твоя. Просто потому что тебя родили на ней. Родили на ней. Это нет, ты прославил свой народ, конечно. Но это не значит, что у тебя есть права кошмарить свой народ. За этот Потап не спрашивают. За политику вообще не спрашивают. Хорошее настроение. А еще друзья мне говорят, что в Москве идет дождь опять, опять холодно, опять. Ну что сказать, наверное, лето тоже русофоб. Не думаю, что мы все виноваты. Ну, на бог. Летом мы тебя победим.